давайте, да, мы там простим, мы так больше не будем. Здесь хорошо. Когда ветра нет. Это мы. Что не надо, да? Алло. Алло. Косит. Не крупный, правда, но крупного просто здесь нету. Возможно, по крупному будет работать. Серёг, помоги ему там. Свельте, мать. Не, не крупный. Нет, не дормил. Дуплечко. А вот так их можете рядом? Да, да, да. Просто, чтобы они вот висели рядышком. Давай, быстрее. Быстрее еще. Быстрее еще, пусть. Не, не трогай. Вот, вот только так держи, все. От себя подальше, типа. А я думаю, ты можешь меня не упускать. Уважает. Ну что? Попробуем, продолжим на GoTo. Третий заход в воблер GoTo от Герман. Уже три рыбки. Второй раз дуплетик взяли. Мелочь отпустили. Первый раз покрупнее. Где-то килошечка.
еще один. Опять в обер голуту. С синеньким таким, синенькой спинкой. Серебро с синим. Что-то вроде получше. Анкилош где-то. Совсем мелко, да? Да, стая мелочи. Давай, пойдем. Сейчас я Сережу отпущу. Стая мелочи. Причем хорошая стая стоит. Крупный, если, да? Если не багр, то это хорошо, очень. Зарод вроде. Подсак хороший. Не багр. Нет, все по-честному. Просто как-то потянул он прям. Хорошо. Зайдем. Так, тряпки. Прям по новой ведем или здесь подложим? Отсюда нас уже стащил мало. Полторашка. Они, кстати, по-моему, все приблизительно. Приблизительно одинаковый, может, чуть крупнее, по-моему, последний боец. Таких вот душить можно весь день. На этой точке один год хорошо судак выстреливал. Вот здесь, да. Точно не багр, и это неплохой, но двушечка, наверное, точно присутствует. Разница между первым и вторым 5 минут. Сирень, давай подстрахуй. Угу. Да, здесь двушка железная. Возможно, даже... Поводок.
Ох ты, ёлка. Жирненький. Отлично, треха. Ну, около того где-то в районе. Ничего. Go to. Сделал нам сегодня рыбалку. Так, я так сейчас делать, но мне мешается здесь. Ну, понятно, да. Я не могу так делать. Нет, это на будущее. Я так и делаю. Так, ну это мелочь. Опять go to. Баг? Ну мелочь. Нет, нет. Чисто за рот. Ух, мелочевка-то, мелочевка, блин, кто ж ты нафиг? Просто попав так, это резко, да? Ну, резкая подача вперед, туда вперед подает, если не поймешь. Нет, вот подачи не было, он просто это, я подсек его, а он такое ощущение, что, ну, слабина. Особенно, потому что воблер начал всплывать, да. Вот. Дальше предложи. Тушу, я думаю, можно домой. Стена идет. Стена из кого? Поедемте, да. Че, надо сейчас узнать, чего надо рыбу чистить. Так, ну чего? Воблер go to, серебро, весь уже коцанный. Воблер go to синий. Вот такой серебро опять синим, рыжий пузо тоже весь коцанный. В обзоре покажем. Весь драный. И go to тоже весь уже коцанный. Вот голову удары, хвост, в середину. Вот, вот такой вот зеленый серебром. Приманки работают, получается. 100% железно. Просто кто-то утверждал, что go to тут не работает. Но вот кое-кому я это говорю, работает. На сегодня у нас все. Едем кушать, рыбу чистить. А может быть, завтра продолжим на них ловить. А может, сегодня вечером. Всем понятно? Ладно, все. Мы кушать. Помашите, Тимофей. Всем ручкой. Тимофей устал. Говорит всем привет. Вот это со мной. Все. На сегодня все. Зачем ты туда запал? Перепутал. На лопатку. А-а-а. Упал, дом, лопатку упадет. Предыдущие были перезрелые. Ужас. Самое главное. А где бульк? Давайте забирайте, кто будет. А? Пока сейчас банк упадет. У меня 70 кочек висит. Блокер. На ней друзья.